Привет. Отлично, да, не фони, все нормально, ничего не надо, да, никакие настроечки менять. Отлично. Ребят, но сегодня я хотела бы с вами поделиться своим опытом, как я делаю ЛТО. Да, естественно, что хотелось бы начать с того вообще, зачем мы делаем ЛТО, допустим, от 150 баллов, да, и как я делаю, да, ЛТО выше 250 баллов. Вот. Всегда-всегда, даже для себя, да, я делаю такие набросочки, да, для чего вообще я что-то делаю, то есть для чего вообще я занимаюсь этим. Очень важно для себя решить, да, что и для чего ты делаешь. Когда знаешь зачем, преодолеешь любое как. Да, вот здесь картиночки такие, можно сказать, мотивирующие. Скорее всего, это такие банальные вещи, которые люди, в принципе, наверное, так или иначе хотят, да, но при этом у каждого есть свои какие-то мечты, свои какие-то цели, которые человек вынашивает, да, в течение жизни своей и ждет той возможности, когда он сможет, да, их реализовать. Вот наш бизнес как раз-таки это та система, которая очень многим поможет, да, и помогает реализовывать их цели, реализовывать их мечты, потому что все-таки, как ни крути, многие мечты упираются в материальные какие-то вещи, да, то есть нужны финансы, нужны деньги, вот, даже какие-то благотворительные акции, благотворительные вещи, которые мы хотели бы, да, делать от чистого сердца, на них нужны финансовые какие-то, да, возможности. Поэтому, если говорить об ЛТО, да, личный товарооборот, для кого-то это является проблемой, да, например, для кого-то это навык, да, который нужно именно отрабатывать, как у ребенка. А ребенок начинает учиться ходить, да, ребенок начинает учиться писать. Сначала у него это получается очень плохо, да, коряво. Естественно, что нет смысла ему объяснять, да, как ходить. Там ты хоть теорию ему объясни 100 раз, да, сначала наступаешь на правую ногу, переносишь вес, да, на правую ногу, выносишь ногу левую вперед, да, и так далее. В теории бесполезно объяснять, да, необходимо пробовать, падать, вставать, делать. Поэтому то это такой же навык. Не у всех, возможно, сразу получается, да, 150 баллов. 150 баллов это примерно 5-6 тысяч. Не у всех сразу получается, поэтому не нужно отчаиваться, да, не нужно думать, ой, это бизнес не для меня, ой, тут сложно, да, 5-6 тысяч набрать. Вот, пробовать, старайтесь, это только навык, ничего больше. Скажите, пожалуйста, хотела бы узнать, есть ли здесь те, для кого 150 баллов пока является проблемой. Дайте, пожалуйста, обратную связь, кому 150 баллов делать пока что, ну, не так просто. Есть такие здесь? Так, пока молчат, нет, наверное, да, все легко и просто делают, ага, Ольга, вот, очень надеюсь, что дальнейшие советы, которые будут, да, дальнейшие способы, надеюсь, и вам, для вас будут очень предметны. Надеюсь также, что, скажем так, постоянные истины, которые вы слышите, да, которые говорятся у нас в чатах, да, и наставники вам говорят, сегодня вы еще раз осознанно их воспримете, да, и проанализируете, потому что на самом деле это такие вещи, которые пройдены очень многими на опыте, и не зря люди, да, о них говорят. Для начала, опять же, да, начнем с того, что нужно знать преимущества, для чего вы это делаете, для чего вам делать 150, 250 баллов и больше. Если говорить о 100 баллов, да, до 150, например, да, скидка изначально у партнера идет 20%. Далее, также вы можете участвовать в различных акциях, о них я чуть-чуть позже скажу. Но, скажем так, объемная скидка и проценты от группового товарооборота в данном случае человеку не начисляются, он теряет свою выгоду, да, теряет свой доход. Если вы делаете баллы от 150, да, 250 баллов, вам бонус премьер-клуба 5%, да, возвращается на счет, объемная скидка начисляется, те проценты, на которых вы находитесь, да, вам начисляются от личного товарооборота и проценты от группового товарооборота. Также, если вы продерживаете 150 баллов на протяжении двух каталогов,
у вас идет скидка 50% на любой один продукт из каталога. Это очень здорово, на самом деле, я этой скидочкой пользуюсь. Вот. Те же самые wellness продукты, продукции, да, здорового питания, витамины детям. Это очень выгодно получается на самом деле и, скажем так, полезно. Дальше, возможность заказать из специального буклета Premier Club. Буклетики на самом деле очень, ну, они тоненькие, да, в них очень много продукции, которые по скидкам идет до 80-70%. Дальше льготный набор из 5 каталогов за 139 рублей. В чем выгода делать 250 баллов? Скидка с любого заказа у вас 20%, да, так она остается. Далее бонус премьер клуба 10%, плюс объемная скидка, которая, да, на процентах, на которых вы находитесь. Также скидка 50% и льготный набор из 10 каталогов за 199 рублей. Вот этим набором как раз-таки я пользуюсь. 10 каталогов, это прям, ну, скажем так, для меня это сейчас минимум, потому что так удобнее работать, каталог – это инструмент. Далее мы будем тоже об этом, да, говорить. И много-много, да, по списку дали преимущества. С этим, в принципе, картиночкой наверняка многие знакомы, наверняка, да, ее видели. Вот акция, которая сейчас действует, да, на данный момент. Делая 150 баллов, вы уже автоматически, да, участвуете в них. Во-первых, о своей весне сейчас проходит акция, да, это если консультант набирает на 50 баллов, он может в следующем каталоге заказать шарф, да, за 199 рублей и так далее, да, в последующих каталогах. Клатч и сумочка. Также стартовая программа действует, она у нас сейчас от 100 баллов. При наборе в каждом каталоге после регистрации, да, на 100 баллов человек получает наборы по шагам. Вот, например, первый шаг, если вы набираете в первом каталоге 100 баллов, вам бесплатно придет набор молоко и мед. Далее линейка The One, это тушь и помада. И далее парфюм, крема и wellness, да, достаточно дорогостоящие такие продукты. Вы также их можете оставить себе, да, на пробу или, например, продать ту же самую продукцию по цене каталога или, например, сделать подарок близким, да, это тоже очень дорогой, хороший подарок. Также вот о скидке 50% я уже вам сказала, что это тоже очень выгодно. Вы можете либо пользоваться ей сами, например, да, также делать, например, родным. Или же, например, если у вас делают заказы, провести какой-то продукт по цене каталога, скидку сделать 50%, да, естественно, что разницу вы возьмете себе на руки. То есть каждый пользуется выгодами, да, и преимуществами так, как он может. Дальше вот табличка, да, роста по процентам. Вероника тоже уже с ней знакомы. В принципе, можете сейчас посмотреть, на какие проценты вы выходите при условии группового товарооборота. Чтобы выйти на директора, да, открыть директорскую квалификацию, необходимо, чтобы в вашей группе было 7500 баллов. Дело в том, что именно ЛТО в 150 баллов является такой самой преимущественной, самой выгодной культурой, да, в нашей группе, потому что чтобы открыть директора, необходимо всего 50 человек, да, которые будут делать по 150 баллов. Поэтому, когда мы сами делаем 150 баллов, да, приглашаем наших партнеров в этот бизнес, мы показываем своим примером, что мы здесь действительно строим бизнес, да, что здесь нельзя вот так вот прийти, например, то можно делать ЛТО, можно не делать ЛТО. Да, и дело в том, что человек должен тоже понимать, что делая что-то одно и не делая другое, да, из трех позиций, которые мы тоже все, в принципе, знаем, обучение, личный товарооборот и рекрутинг, в принципе, мы не можем здесь полноценно развиваться, не можем полноценно получать доход. Поэтому именно 150 баллов является таким вот самым актуальным моментом. Так, Настя. Давай я сейчас попозже дорасскажу, и вот на вопрос тебе отвечу тогда. Хорошо? Давайте так, посмотрим дальше. Также опять, да, не все люди любят продавать, но все люди любят покупать для себя. Именно поэтому в нашей, да, системе есть такой момент, что наши партнеры переходят на личное потребление в магазине, да. Вот, например, фотографии моих продуктов,
то, чем пользуюсь я. На самом деле здесь нет ничего лишнего. Все это я бы все равно покупала в магазине, да, это и детские линейки, это и тональные основы, и туши, да, и все, и зубные пасты, и все это детям, и более того, все это нравится. И мне, и детям, да, и мужу все это, скажем так, нужно, все бы это я отнесла в магазин кому-то, это я делаю у себя в магазине, поэтому обратите внимание. Именно поэтому следующее, вот наше, скажем, такое первое правило, это начните с себя. Вы уже наверняка все слышали, да, много-много раз наставники вам об этом говорят, начните с себя. Надеюсь, что на это вы действительно обращаете нужное внимание и ведете, можно сказать, такой учет. Не покупаете ли вы, например, по пути там, на кассу, да, в Пятерочке или в Магните, там, зубную щетку в руку или там, зубную пасту, например, да? То есть, а, ну ничего страшного, подумай, 100 рублей, 100 рублей там, 100 рублей тут. На самом деле, можно даже вести на протяжении, например, месяца или двух, такой подсчет, сколько вы, в своем семейном бюджете тратите на потребление вот этой продукции, да? Уход за собой, по личной гигиене, все умываются, все чистят зубы, да, поэтому это в любом случае такие расходные материалы, которые ежемесячно семья приобретает. И поэтому необходимо менять привычку ходить в магазин, например, в Пятерочку, Магнит Косметика и Виталь на покупку в своем магазине. Я понимаю, что проще в магазине руку протянуть, да, иногда положить в корзину, ведь это очень надо, но в этом заключается поменять свою привычку. Заранее проанализируй, что может закончиться, да, заранее проанализируй, что вам может понадобиться, вот, и заказать это у себя в магазине. Это сделает вам большую помощь, да, поможет вам, чтобы набрать ЛТО, личный товарооборот. Смотрите дальше. Это вот, например, список, да, продуктов, которые, в принципе, в среднем потребляет каждая семья. Да, зубные щетки, зубные пасты, очищающие средства для лица девушки, да, здесь, естественно, не упомянуты различные парфюм, маски, не знаю, там, декоративная косметика, да, которую девушка так или иначе все равно приобретает в магазине. Вот, примерно каждая семья потребляет на 50 и более баллов в месяц, да, вот. Поэтому, если вы найдете, например, хотя бы 2-3 семьи, да, 4, вот, для вас уже ЛТО будет сделано, да, это может быть семья сестры, семья, не знаю, там, дяди, тети, мама, вот, поэтому просто необходимо правильно донести мысль, да, что все это человек покупает также в магазине. Есть возможность покупать у вас в онлайн-магазине, но со скидками. Далее, да, мы смотрим каталог как инструмент для личного товарооборота. Если действительно у вас есть какие-то проблемы, например, да, с ЛТО, с личным товарооборотом, там 150 баллов, да, или то, что вы хотите повысить личный товарооборот, не пренебрегайте, пожалуйста, такими инструментами, как каталоги. Это очень важно. Дело в том, что, конечно же, нужно немножко думать, да, подстраивать ситуацию под себя, не бегать там по улице с каталогом и каждому его впихивать, да, или еще что-то. Вот, просто адаптируйте для себя ситуацию. Положите, например, в сумочку, да, каталог, вот как написано, там, в машину на заднее сиденье. В любом случае, кого-то, например, если вы знаете, что кого-то подвозить будете, положите, да, в ходе разговора можно сказать, знаешь, вот там есть каталог, да, скоро праздники, ты все равно как раз думаешь, да, например, что подарить ребенку, да, 23 февраля, там, не знаю, мужу какой подарок сделать. Вот, то есть адаптируйте эту ситуацию под себя, чтобы в течение разговора, да, вы могли бы человеку предложить посмотреть каталог из позиции дающего, да, что вы даете ему возможность легко и просто сейчас выбрать подарок, больше об этом не заморачиваться, более того, вы можете предложить ему даже скидку, вот, и это будет выгодно. Смотрите дальше. Следующий. Очень важно перед этим изучить, да, продукцию. Вот как раз вопрос туда, мужчинам не так это просто. Вот. Что касается, просто нужно изучить продукцию, возможности. Например, мужчины очень легко делают товарооборот на wellness. Очень легко. Как личный товарооборот, так и в принципе на личное потребление, так и в принципе предложив кому-то. Потому что, в принципе, сразу по ходу, например, в аптеку у семьи могут
снизится, да, траты на лекарства при употреблении, например, того же самого Wellness Pack детской Омеги, да, дети сейчас зимой очень, ну, как бы много болеют, особенно, да, в садиках, очень многие отмечают, и хочу сказать, что при употреблении, например, Омеги, ребенок в разы становится, да, иммунитет у него сильнее становится, естественно, что семья меньше будет тратить на приобретение лекарственных средств и так далее. Поэтому изучите продукцию, на что, например, вы хотели бы сделать акцент, чтобы вам легко было что-то предложить. То же самое, да, адаптировать ситуацию, едете вы с подругой, разговариваете, да, там, или с другом, те же самые мужчины, да, в любом случае делитесь человек какими-то своими проблемами, там, да, или какими-то ситуациями, которые он не знает, как решить. В принципе, те же самые вопросы, не знаю, что подарить, да, там, на 23, на 8 марта, там, жене, например. Вот. Можно сразу, в принципе, сделать предложение, если вы знаете продукцию, если вы знаете, что можно предложить. Дальше. Найдите для себя источники информации. Я вот, например, когда начала заниматься, да, изучать компанию, я в первую очередь нашла для себя источники. Для меня, например, это группа ВКонтакте, да, которую я изучила, я посмотрела, мне она очень понравилась. Например, да, я, когда мне такие вопросы, я знаю, что я не буду лазить весь интернет перерывать. Я вот знаю, что в этой группе для меня есть все, что мне надо, да, там по женским ароматам, по тем же самым акциям и каталогам и так далее и тому подобное. Просто найдите для себя информацию, будет ли она у вас скачана в папках на компьютере, например, да, или на телефоне. Вот, это очень удобно, потому что можно человеку сразу очень быстро ответить, что-то предложить и, в принципе, остаться в плюсе, да, положительное даже то же самое мнение о вас ложится, что вы человек, знающий своего дела. Да, даже вот то же самое, речь идет, да, полезная информация, вот, например, духи, чтобы человеку не объяснять на пальцах, чтобы человеку там не давать, не знаю, целый лист читать информации, можно вот скинуть, например, картиночку, да, какую-то, которую вы заранее нашли, которую вы знаете, ориентируетесь в ней, человеку проще будет даже визуально выбрать что-то, как-то сориентироваться. Дальше, есть у нас также чаты, да, в Телеграм. Тоже нужно уделять обязательно должное внимание. Тут очень часто делятся и отзывами, да, и обзорами своих заказов. Также очень важно делиться своими ощущениями, да, и своими заказами. Потому что люди также лучше начинают ориентироваться в продукте, да, вот чаты «Образ жизни», «Орифлейм», «Здоровье», «Красота», «Wellness». Здесь очень много, на самом деле, интересной продукции. И более скажу, что просматривая эти чаты, я беру очень многое для себя. И потом, когда у меня клиенты что-то спрашивают, например, да, или в разговорах там с те же самыми подругами, я вообще запросто, на самом деле, ссылаюсь, да, вот у меня там девочка, да, знакомая там или еще что-то, пробовала вот этот продукт, она сказала, например, да, что такой-то, такой-то результат, вот, может быть, и тебе попробовать стоит. То есть я без проблем ссылаюсь, и вот чат это тоже очень достойный такой вариант для пополнения информации о продукции. Далее, чему я очень тоже уделяю внимание, это я знакомлюсь обязательно с презентацией каталога. Каталог еще не вышел, да, я смотрю его заранее, и в дни, когда он выходит, вот на сайте даже Oriflame появляется презентация каталога, где есть фокусы периода, да, на что обратить внимание, драйверы каталога, главные продукты, есть таблички, да, на чем зарабатываем, да, вот, например, в этом каталоге это туалетная вода Process, мужская, женская, те же самые сыворотки. Здесь дальше вот в табличке, да, на примере парфюмерной воды Process написана вся информация, да, об этом продукте. Очень легко предложить, например, посмотреть клиенту именно информацию об этой водичке, да, и опять же не на пальцах рассказывать. Следующий. Еще такой способ, да, делиться дисконтом. Я, например, делюсь дисконтом, в принципе, со всеми знакомыми, родными, да, даже людьми, которые просто знают, что я в Oriflame, пишут, например, да, мне люди, которых я не знаю, я делаю им скидочку. Вот, как вариант, у некоторых, да, это может быть, что делая заказ, да, там от 500 или 1000 рублей, да, я сделаю вам скидочку свою личную, да, 20%. Вот вариант мне, например, понравился, да, сегодня такой. Тоже из позиции дающего, из позиции такого
бартера, что давай договоримся, я тебе отдаю свой дисконт 20%, да, а ты делаешь покупки у меня в магазине, да, нежели в Пятерочке, в Магните или где-то. То есть тоже с человеком можно договориться, но это опять же вы сами лучше знаете подход к своим друзьям, своим знакомым, вы знаете, с какой позиции и как сказать человеку. Но все-таки преимущественно то, что нужно давать все-таки с позиции дающего, да, а не просящего. Ну, закажите у меня, пожалуйста, да. Вот. Вы должны быть уверены, что вы действительно даете человеку возможность, даете человеку возможность пользоваться качественной продукцией, при этом даете ему дисконт. То, что ему не даст, например, Магнит, то, что ему не даст, например, Пятерочка или еще что-то. Поэтому это тоже такой момент, который играет роль. Дальше я делаю взять топ-5 продуктов для себя. В принципе, отмечаю сколько-то продуктов, да, там 5-6 продуктов, которые я считаю прям будут двигателем у меня в этом каталоге. И в дальнейшем освещаю, да, делаю рассылки, например, друзьям, в группе делаю информационные, да, такие посты, где рассказывается о продукте, о его стоимости, да, о том, какая сейчас скидка, да, например, нереальная на него. Вот это тоже действенно очень. Сделать акцент на продукт, а не давать человеку, например, если, ну, это опять же ваше, скажем так, знание ваших знакомых, ваших друзей. Если вы знаете, что человек потеряется, да, в каталоге, что листая его, он, например, в стольких позициях не определится, можно ему выслать, например, да, топ-продуктов. Дальше обязательно делюсь ощущением, да, вот скрин, например, да, я сделала специально своих сообщений, таких сообщений на самом деле много, но вот конкретно, например, да, именно скидываю фотографии, как это у меня. Девочка, например, да, спрашивает, посоветуй что-нибудь, да, там из продукции. Вот, я скидываю ей, что вот этим я пользуюсь, вот гели, да, там 3 шага для умывания, комплексный уход, вот, тем более сейчас по скидке. Например, полотенце, да, какого оно размера, да, то, что вытирает очень хорошо и так далее, и тому подобное. Тоже людям очень нравятся именно личные фотографии. Это все, естественно, в личку, да, в таком непринужденном тоне, непринужденной атмосфере, чтобы человек, в принципе, оценил на самом деле, что и вы этим пользуетесь, да, и что ваш отзыв, например, для них может стать очень важным. Далее, да, давать пробовать продукцию. Как бы это банально ни звучало, да, как бы это не звучало заезженно, да, но на самом деле этим нельзя пренебрегать. Например, я, конечно же, не пользуюсь сейчас, да, пробниками или еще чем-то, да, но для кого-то это может быть очень актуально. Для кого-то, например, для каких-то мамочек, например, которые пойдут на детскую площадку и будут сидеть там пока смотреть с детьми, они с другими мамочками могут полностью обследовать, да, вот этот чемоданчик с помадками, с ароматами, с кремами. Почему нет? Вот. У меня это выглядит немножко по-другому, да, у меня накопилось достаточно много продукции из Oriflame, да, которой я очень довольна. Например, приходит ко мне подруга, да, там, или я иду в гости, у меня, например, в косметичке лежит та же самая, вот, например, стойкая помада из этого каталога, которая сейчас по 229 рублей, естественно, с вашей скидкой она будет меньше. Я, например, себе прямо из косметички говорю, вот смотри, какая крутая помада, да, в этом каталоге, например, даю попробовать, как она ложится, как она держится, вот, и то же самое с ароматами, да, в любом случае аромат это вообще очень такой доступный вариант, когда вы можете сами им подушиться, придя в гости или куда-то, да, человек все равно отметит, какой это аромат, да, что, например, ему это очень понравилось, и можно ли ему, например, да, такой там заказать или где ты взяла, это очень такой актуальный момент. Даю пробовать, обязательно даю пробовать. Далее, тоже момент, который я начала сразу с начала работы. Я оформила группу. Скажем так, не просто тяп-ляп, да, я решила, что, например, для меня это очень важно, чтобы люди, заходившие в нее, у них оставалось какое-то впечатление положительное. Сделала баннер обязательно, да, чтобы он как-то запечатлялся, что ли, внимание людей. Это было как-то мое личное мнение, например, когда я захожу в другие группы, которые меня заинтересовали или еще что-то. У меня очень часто остается в памяти именно ее оформление, например, ее баннер. Как бы это ни звучало, да, для многих может покажется, что мелочи это не так важно, что мелочи это не суть. На самом деле, я, например, занимаюсь фотосессиями, да, занимаюсь фотографиями. Такой пример, скажем так, который
мне сейчас очень помогает, когда я обрабатываю фотографии, а обработка фотографии это, например, примерно 80% всей работы фотографа, да, когда ты водишь мышкой по экрану, да, и внешне кажется, что ничего не происходит, да, там те же самые знакомые смотрят, там муж проходит мимо, там, или мама, да, ну, там ничего же не изменилось, да, что ты там вообще столько времени тратишь, там, по часу на одну фотографию. Вот, но когда в итоге ты смотришь до и после, ты видишь нереальный результат, ты видишь, что изменения просто колоссальные. Но зато, когда ты делал вот эти мелочи, да, там прорисовывал кисточкой где-то цвета, где-то тени, кажется, что ничего не происходит. Так и, в принципе, в этой же работе очень многие мелочи, очень многие моменты, даже которые я сейчас перечислила, да, многие могут не придать этому значения, но у меня все это работает в комплексе. Я адаптируюсь под ситуацию, да, и выбираю тот метод, который подходит именно сейчас. Я не работаю одним методом. Поэтому группа тоже для меня это очень хороший метод. Как видите, следующая, да, стрелочка, то, что я сделала розыгрыш призов. Вот, обязательно отмечу то, что, например, сделала разгон примерно 1,5 месяца, чтобы успеть как-то побольше привлечь людей, да, нет смысла, например, делать розыгрыш и думать, что вашу группу сами кто-то найдет, кто-то увидит, да, прям, что ежедневно все в поисковике группы набирают Oriflame, да, нет, такого не будет, поэтому я делала рассылочки, например, подслушано там ближайшие города, ближайшие там какие-то пункты, вот, в объявления где-то, да, раскидывала. Вот. Это не составляет сложности, но тем не менее, это, как видите, допустим, очень быстро повысило мне наполняемость группы. Сейчас у меня примерно 261 человек, да, вот, например, с утра было 256, сейчас 261, может быть, уже больше. Вот. А дальше в чем плюс группы, вот тут стрелочка, да, тоже. Я не пишу каждому отдельное сообщение, например, в личку, да, когда делаю рассылку друзьям или еще что-то. Вот. Я прям делаю из группы репосты. Репост делаю личное сообщение, да. А, так проще, так удобнее. Вот, поэтому это тоже является таким плюсом. Следующий слайд, да. Тут тоже такие вариантики представлены. Это лично, например, мой опыт. Я считаю, что это, например, важно. Начнем, например, с слайдика, где указана продукция, да, process, духи. Всегда стараюсь без воды, всегда стараюсь без лишней информации, да, в первых строчках. Название продукта, да, и стоимость, например, да, стоимость изначально, стоимость со скидкой каталога, стоимость с моей скидкой. Вот, чтобы человек именно заинтересовался, что, сколько стоит, да, что это сейчас действительно прям двигатель, что это сейчас действительно скидка огонь. Дальше он, да, показать дальше нажимает и изучает о продукте. Там уже ниже видно по самой продукции. Мне, например, лично читать с самого начала поста, например, о воде, когда вот или там о какой-то продукции, мне неинтересно. Мне интересно долистать дальше и узнать именно, сколько же она стоит, да, еще что-то. Потому что на самом деле сейчас у очень многих, ну, например, цена является показателем. Поэтому у меня в группе многие посты именно без лишней информации, в первых строчках особенно, далее вот крем, например, да, на самом деле в этом каталоге у меня получилась такая ситуация, что я случайно удвоила продукт. У меня пришел, да, лишний продукт. Вот. Я просто выставила в группе его в наличие и сделала небольшую рассылочку друзьям, там, подружкам, да, близким, да, не абы там всем подряд, а близким, кому бы, например, этот крем мог подойти. Вот. Это очень, на самом деле, удобно и просто. И дальше еще вот такой акцент хотела бы сделать. Вот тут, где картиночка с ссылками, с каталогами. Обязательно выставляю ссылку на электронный вариант каталога, да, и обязательно выставляю каталог в альбомах и фотографиях. Потому что, например, не все умеют или хотят пользоваться, да, ссылками. Некоторым удобнее нажать на альбом и полистать картинками. Да? Вот, например, мама у меня, ей неудобно приходить по ссылкам. Она: «Ой, мне это все непонятно, мне это все неудобно, электронный каталог». Я говорю: «Мам, ты же умеешь ходить в ВКонтакте просто в альбомы и смотреть фотографии, как ты смотришь мои?» «Да, умею». «Ну вот, пожалуйста, просто сиди, листай». Вот, также как бы очень многим, например, это будет достаточно доступно. То есть используйте разные варианты гибкие, которые помогут вашу, скажем так, аудиторию целевую более поднять, чтобы это было им доступно и интересно. И еще такой вариант, например, да, у меня есть такое активное окошечко, где
можно увидеть, скажем так, личный подход к каждому. Когда человек заходит ко мне в группу, у него высвечивается вот такое сообщение, я не знаю, видно вам или нет. Тут написано там «Привет», например, да, «Анна, рада тебя видеть здесь». Вот, этот, например, паблик представляет возможность сделать заказ по текущему каталогу со скидкой 20%, да, и есть активная кнопочка «Связаться с менеджером». Вот, в какой-то степени, может быть, это, ну, мелочь, да, кто-то пролистает, но все равно личный подход, он уже как бы виден, да, с человеком, который зашел на страничку, с ним поздоровались, ему сказали, да, там, пару приятных слов. Но я считаю, что это тоже очень даже неплохо. Вот. Дальше. Дарим подарки. Да, опять же, как бы это банально не звучало, но этот способ, можно сказать, убивает несколько зайцев сразу одним выстрелом. Да? Вы повышаете свое ТО, вы экономите свой семейный бюджет, например, да, потому что вы бы все равно пошли к тем же самым праздникам, пускай по мелочи, пускай какие-то совсем незначительные сувенирчики, как все привыкли, да, но вы это все равно тратите на это деньги, это все равно ваш семейный бюджет, вот, вы можете потратить его в нужное русло. И при этом люди, которые попробуют продукт, скорее всего, они в него влюбятся, скорее всего, он им понравится, и когда у них начнет заканчиваться, вам будут писать: «Слушай, у меня там вот эти духи заканчиваются, или вот у меня крем для рук там, да, заканчивается, у тебя есть еще такой? Вот, да, там могу ли я у тебя еще заказать?» Поэтому это тоже очень хороший способ. Например, идете вы в гости к друзьям, да, или еще что-то, вот, какие-то праздники, или, ну, например, просто дети, ну, захватите какой-то, например, продукт, те же самые витаминки, например, да, или еще что-то. Вот, чаще всего дети, да, оценят, родители тоже оценят, они станут вашими потребителями. Например, тоже недавно под праздники рождественские мы собирались в гости к друзьям, да, и сделали наборчик, да, ребеночку, мальчику из детской серии Орифлеймовской, да, там тоже была детская паста, она клубничная, да, такого гелевой консистенции, и потом через некоторое время пришли, да, подруга говорит, что на самом деле сын в восторге от этой пасты, вот, например, да, и не хочет уже пользоваться другой. Но мнение ребенка на самом деле в данном случае это очень здорово, потому что, скорее всего, родитель, естественно, придет, да, к вам и скажет: «Я хочу еще такую, потому что у меня ребенок доволен». Вот. Так что вот такой вариант тоже не упускайте. Еще совет также обратить внимание на высокобалловые продукты. Тоже вы о них наверняка знаете, но обратите на них, пожалуйста, очень пристальное внимание, потому что на самом деле действия, скажем так, и усилия, они потребуют от вас намного меньше, а результат от этого будет намного больше. Например, Wellness Pack, чтобы сделать ЛТО, например, да, в 150 баллов, нужно всего лишь найти три человека, да, которые закажут Wellness Pack. Которые найти людей, которые действительно интересуются своим здоровьем, интересуются здоровым питанием, то же самое на Veg, да, серии, вот, с ним просто надо ознакомиться, как говорилось раньше, да, ознакомитесь ли вы с ним по руководству о продукции, да, или будете искать контент, в котором более подробно вам расскажется, но не упускайте внимания данные продукты. Еще варианты, да, которые я, например, сегодня, вчера, когда изучала, например, да, тему, как другие люди делают ЛТО, мне, например, они достаточно приглянулись, но ими я еще не пользовалась, пока такой, скажем, необходимости не было, но, может быть, воспользовалась, да, вариант видите, участкового консультанта объявление, да, повесить, например, прямо около подъезда, да, «Добрый день, меня зовут Анастасия, например, я ваш участковый консультант Орифлейм, я живу в вашем подъезде, принимаю заказы по каталогу, помогу с выбором подарков для вас и вашей семьи, есть пробники туалетных водичек и помад, бесплатная доставка на дом, да, обращайтесь за каталогом по телефону». Вот, почему достаточно неплохой вариант, скажем так, почему я предлагаю вот эти варианты, которые мне попались, потому что у всех разные, да, ситуации, у всех разные возможности, кому-то, возможно, именно этот вариант окажется очень даже подходящим. Вот, люди, которых вы, например, в подъезде не знаете, да, или думаете, что им не нужно будет, да, ваш Орифлейм, на самом деле могут вас приятно удивить и стать вашими постоянными клиентами. Вот, еще один способ, да, организации, например, совместной покупки, оставлять каталог, например, с бланками в ящике
у своих соседей, да, в почтовом ящике. А, тут бланк такой, наверняка не видно, да, что на нем написано. Вот, но суть такова, что вы можете, да, сделать заказ у меня, я вот проживаю в такой-то квартире, вот там бланк есть, там какой код продукта, название продукта, да, стоимость продукта. Вот, если вам ничего не нужно, пожалуйста, например, да, положите этот каталог с бланками ко мне в почтовый ящик обратно, да, спасибо там за внимание, вот, то есть в таком плане оформить, почему нет, да, наверняка как бы у вас соседи, да, не звери и не еще кто-то, если им будет интересно, они наверняка заполнят бланк, особенно если вы им принесете продукт на дом, и им не придется никуда ходить, вот. И еще вариант, да, за 3 дня до конца действия каталога положить их в стопках в подъезде на подоконнике, да, прям пачкой. Если действие каталога заканчивает, по сути, вам каталоги уже не сильно нужны. Вам нечем переживать, что у них кто-то возьмет и что-то с ним случится, потому что, ну, люди разные бывают, как бы, да, ну, все возможно. Можно сделать такой вариант, например, да, при этом обязательно вклеить. До какого числа вы принимаете заказ, да, например, тут вариант, принимая заказ до 13 мая, до 3 часов, да, мой телефон и ваша соседка из такой-то квартиры, вот, поэтому, в принципе, тоже можно этот вариант применить. Тут еще привела варианты, например, как можно поднять ЛТО по команде, да, дело в том, что наш бизнес, он дублицируемый, да, мы должны, скажем так, подавать личный пример. Если вы пригласите партнера, да, и скажете, ну, я сам не делаю, да, личный товарооборот, пока у меня не получается, да, или я буду делать его потом когда-нибудь, вот, скорее всего, ваши партнеры этого делать тоже не будут. Естественно, что в вашей команде товарооборот расти не будет, и дойти до 7500 баллов, да, до директорской квалификации вам будет значительно-значительно тяжелее. Поэтому именно у нас есть такая культура делать от 150 баллов. Вот, естественно, если использовать ранее, да, вот какие-то способы, которые, например, у меня работают в комплексе, я уверена, что ваш ЛТО будет не 150 баллов, а значительно выше. Вот. Что касается команды, да, подавать личный пример. Не забывайте, например, сфотографировать свой заказ, да, скинуть его в чаты. Я иногда говорила в Телеграме, вы все в них подключены, скинуть в чаты. Ваши партнеры посмотрят, они обязательно увидят, что вы заказали, чем, например, вы пользуетесь. Вот. Скорее всего, в следующем заказе их тоже смотивирует сделать эти заказы, показать выгоду, сфотографировать, например, ваш личный кабинет, когда вы оформляете заказ, сколько у вас объемная скидка, например, да, вы делаете заказ на 10 тысяч, да, как у меня было, например, в этом месяце, а платите всего 5, вот, это тоже выгода, это объемная скидка, поэтому делитесь своими выгодами, доходами, заказами, помогайте организовывать. Личное общение, это очень важно, да, пообщаться с человеком, например, позвонить партнеру, спросить, а как у тебя ЛТО, да, есть ли у тебя проблемы какие-то, нужна ли моя какая-то помощь, вот, и желательно, да, не переписками, не за день до конца закрытия каталога, да, а в течение каталожного периода общаться, и это должно быть личное общение, вот, также это скайп-встречи, да, и оповещать своих партнеров об акциях, конкурсах и так далее, партнеры должны знать преимущества, вот, поэтому такие вот советы. Хотела бы еще раз подвести итоги, чтобы это более как-то структурировать. Это именно то, что вот работает у меня, да, это то, что дает мне ЛТО более 500 баллов. Еще хочу сказать то, что очень важно то, как вы донесете информацию до своих родных, до своих близких, да, вот. Можно, например, как минимум донести информацию, чтобы люди у вас заказывали, да, не тратили, скажем так, деньги, время в магазинах, да, других, вот, как максимум они захотят вам помочь, да, это, например, ваша мама, это ваша сестра, там, муж или еще кто-то, вот, им же несложно взять каталог, отнести к себе на работу, например, и полистать его, пока они сидят там, да, на обеденном перерыве или еще что-то, им же несложно своим, например, подругам там или друзьям сказать отзыв, да, вот я брала вот сейчас вот эту, например, помаду или вот эту туалетную воду, и мне она очень понравилась, и я уверена, что это заинтересует людей.
Вот, например, лично у меня, мне помогает, например, мама, муж, да, то есть они не открещиваются от меня, да, они делают, например, репосты из группы, да, с информацией о продуктах, они относятся к каталогу, например, на работу, да, муж, например, очень сильно мне помогает, он рекомендует, да, вот я недавно ему подарила, например, воду туалетную, вот эту просто, ему очень понравилось, вот, он порекомендовал другу своему, да, естественно, он заказал. Вот, это тоже, это все мелочи, это, кажется, действия, которые незаметные, такие небольшие, но итог, вот, например, лично у меня, как видите, да, ЛТО, в принципе, я выполняю и немного перевыполняю. Вот, и еще раз напоминаю, да, что нужно начинать с себя, изучить продукцию, выбрать для себя ресурсы, да, какие-то, которые будут вам давать быструю и точную информацию. Не нужно каждый каталог перелопачить пол интернета, искать одну и ту же информацию. Потратьте один раз, там, час-два, найдите те инструменты, с помощью которых вы будете работать, да, потому что ЛТО не является у нас первостепенной, да, ЛТО не должно занимать весь каталожный период. Вы должны это очень быстро сделать, да, ну, как достаточно быстро, чтобы это не доставляло вам дискомфорта. Естественно, что вы этому научитесь со временем, например, да, отлично, если у вас получается это сразу, вот, но это все равно не должно занимать максимум времени, вот, поэтому в первую очередь, конечно, у нас рекрутинг должен занимать, да, преимущественно время, потому что, как ранее, да, говорилось, один человек никогда не продаст столько, сколько продаст 10, 20, 30, да, 50 человек. Те же самые, которые 50 человек будут употреблять продукцию, да, потреблять продукцию на 150 баллов, вот вам, пожалуйста, директорская команда. Составьте топ продуктов, делитесь впечатлениями, не бойтесь делиться впечатлениями, да, например, везде, где актуально, например, мое мнение и впечатление, да, я обязательно поделюсь. Я обязательно поделюсь и скажу, что отклик на мои впечатления, например, да, и на мои рекомендации, он часто положительный и, скажем так, дает результат в качестве, да, там, заказа или еще что-то. Вот. Заведите, например, группу продукции. Это не только для того, чтобы вы сидели и ждали, что вам с незнакомых, да, контактов придут заказы. Например, у меня там, да, из 200 человек незнакомый написал только 3 человека. То есть это на самом деле, в принципе, я считаю, достаточно хороший вариант. Но удобнее всего просто, чтобы это была ваша такая копилочка, чтобы там была вся необходимая вам информация, чтобы вы один раз залили туда, например, нужный вам пост о том или ином продукте, да, и просто сделали, например, репост там друзьям или знакомым. Вот, есть у вас минуточка свободная, да, сидите вы там, стоите в очереди или еще что-то, зашли в группу, сделали репост там пару друзьям, появилось дальше 5 минут там знакомых, сделали еще репосты. На самом деле это вот является таким тоже движком для повышения личного товарооборота. Дарите подарки, да, не так, конечно, чтобы потом вы приходили везде, и везде только вот был один Орифлейм, да, конечно, чтобы это было достаточно уместно, но чтобы у людей оставалось, ну, хорошее впечатление, чтобы прям у людей было желание в дальнейшем, да, например, у вас заказать. Ну и также внимание уделите продукции, да, которая дает вам большие баллы, высокие. Это wellness, да, novage, парфюмерия. И тут картиночка, да, что на самом деле в Oriflame, вот он, очень много позиций, более 2000 позиций. И когда даже те же самые, да, парни говорят, что это очень сложно сделать, ЛТО и так далее и тому подобное. На самом деле здесь и мужчина может найти себе нужные продукты. Как минимум это, например, линейка здорового питания. Как максимум можно найти варианты, например, есть та же самая сестра, например, мама, да, если сами стесняетесь кому-то предложить каталог, да, предложите посмотреть им и, да, предложите им, чтобы они дали своим подругам посмотреть. Вот, поэтому, в принципе, вот такие советы, вот, наверняка, конечно, они, скажем так, банальны, да, все о них знают, но если сознательно к ним подойти, они в совокупности дадут результат. Я вот, например, на себе ощущаю, да, что я, как сказать-то, пользуюсь этими моментами, адаптирую ситуацию под себя, вот, и при этом я не чувствую, что я кому-то что-то навязываю, я никогда не чувствую, что я что-то даю лишнее. Я все время именно даю возможность людям пользоваться продукцией с хорошей скидкой. В принципе, наверное,
по моему выступлению все. Если есть какие-то вопросы, например, да, какие я не осветила, например, как я это делаю, да, что еще, что вас волнует, прям лично ваш, например, вопрос, который вас волнует, я бы рада была на него ответить. Есть вопросы? Найс, давай, задавай. Настя, у меня новая девочка, новый партнер. Вот, очень активно включается, очень любознательно, ей все интересно. Она очень быстро изучила первые ступенечки в обучении. Вот, очень рада, Настя, что ты интересуешься. Буду рада тебе ответить. Может быть, для кого-то Настя на вопрос, например, тоже будет актуальным. Настя, нет, каталоги, продукцию выдают в сервисных пунктах обслуживания, да, привозят туда и там забирают, да, выбираешь ближайший к тебе сервисный пункт. Вот, мы с тобой это обязательно обсудим, обязательно я тебе все расскажу и покажу. Все, ребят, спасибо большое за обратную связь, очень приятно. Надеюсь, что хоть чем-то был полезен вебинар. Всем спасибо, до свидания.